Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Команда предпочла атакующий вариант не стареющей схемы 4-4-2. Что вполне логично. Позиционная игра вообще их конек. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Команды начинают эту игру. Поехали. Не прошла эта передача мяч у соперника. Мяч Роналду теряет. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Это мимо. Вот мяча из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Мората. Бентанкур. Великолепный дриблинг демонстрирует игрок. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Команда предпочла атакующий вариант не стареющей схемы 4-4-2. Что вполне логично. Позиционная игра вообще их конек. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Команды начинают эту игру. Поехали. Не прошла эта передача мяч у соперника. Мяч Роналду теряет. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Это мимо. Вот мяча из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Мората. Бентанкур. Великолепный дриблинг демонстрирует игрок. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Команда предпочла атакующий вариант не стареющей схемы 4-4-2. Что вполне логично. Позиционная игра вообще их конек. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика.